Регистрируй вызов для скорой, назовите адрес. Единая дежурно-диспетчерская служба работает в режиме 24/7. Ежедневно на смену заступают оперативный дежурный и его помощник, оператор службы 112. Он принимает входящие звонки и переадресует их службам экстренного реагирования Тобольска. На службу 112 необходимо звонить в таких случаях. В случае пожара, в случае реагирования там каких-то чрезвычайных ситуаций, в случае полиции, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газа, антитеррор. И в случае того, что если вы столкнулись на территории города с агрессивной собакой. Все остальные вызовы не относятся к экстренным вызовам. Система 112 организована по принципу одного окна. К ней подключены диспетчерские службы 01, 02, 03, 04 и спасатели. Ежедневно в ЕДДС Тобольска поступают до 200 звонков. Большая часть из них, 40%, это вызов скорой медицинской помощи, 25% полиции и пожарной. Остальные это вопросы от горожан, как правило, не по адресу. Например, часто звонят, чтобы узнать номер управляющей компании и даже телефон такси. Оператор 112 принимает и отрабатывает все поступающие на звонки на единый номер. Все звонки отрабатываются, выясняются обстоятельства. В случае какой-то чрезвычайной ситуации, время может быть упущено. Оператор будет занят другими менее важными вопросами, например, розыском управляющей компании, номера его телефона, либо соответствующей необходимой гражданину службы. Стоит знать, что 112 – это номер не справочной службы, поэтому по всем другим вопросам не экстренного характера стоит звонить в соответствующие организации. Управляющие компании размещены в жилых домах, есть стенды, на них указана вся контактная информация управляющих компаний. Все справочные вопросы также можно найти либо в социальных сетях, либо на сайтах тех компаний, которые необходимы. Управление ГОИЧС напоминает тоболякам, в каких случаях нужно звонить по номеру 112, только если у вас возникла экстренная ситуация или проблема, есть угроза жизни и здоровью, когда требуется неотложная помощь. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.